Кино на ТВ-РУС. Ты что творишь? Стой, я тебе говорю! Стой! Венечка! Что? Там, кажется, твою невесту украли. Украл меня, да? Ты маньяк? А что ты со мной делать собираешься? В подвал меня на цепь посадишь? Выпусти меня! Как это украли? Кавказская пленница, что ли? Со мной никогда в жизни такого не было, понимаешь? Ты маньяк. Ну да, маньяк. Люблю тебя очень. Будь моей женой. Что делать с тобой будем мы? Жить будем. Детишек нарожаем, как все. Детишек захотел? Ты подойти познакомиться по-человечески не умеешь. Ты урод. Ты ходишь и в спину дышишь, и по углам прячешься. А потом раз запихнул в тачку, украл он меня. Иди. Куда? Куда хочешь, я не держу. Ты меня похитил, ты и вези меня. Эльвира Болгова и Алексей Макаров в фильме «Красавица и чудовище». В воскресенье на ТВ-РУС.